Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Чагла? Как дела, Денис? Ты когда приехала в Измир? Недавно. Где-то неделю назад. Ты уже неделю в Измире, а мне так и не позвонила? Я же не знала, что ты здесь. У нас съемки тут проходят, или ты не смотришь сериал? К сожалению, нет. У меня не бывает времени. Чем занимаешься? Да ничего. Как только закончила школа, приехала в Измир, чтобы маму проведать. А на неделе едем в Америку вместе с Бураком. Вы все еще вместе? А почему бы нет? Не знаю. После последних новостей думала, вы расстались. Нет, душа моя. Ничего такого нет. Ты же знаешь журналистов лучше меня. Они любят преувеличивать. Девушка, которая была с Бураком? Девушка Вулкана. Они поехали вместе повеселиться. Девушка Вулкана? Да. Я с девушкой лично не знакома, но, по словам Бурака, она очень милая и красивая. Вулкан влюбился в нее с первого взгляда. Я тебе все это рассказываю, а ты не расстраиваешься? Да нет. Почему? Я желаю всего хорошего для Вулкана. Ты знаешь, я его сильно обижала. Да. Но ты говоришь про вчерашние газеты. Наверное, не видела еще сегодняшние новости. А я думала, ты знала. Мне очень жаль. Лучше бы я не говорила, из-за меня ты расстроишься теперь. Да нет, зачем? Я доверяю своему любимому. У него обязательно должно быть логичное объяснение. Может быть. Ладно, я спешу. Не буду тебя задерживать. До встречи. Увидимся. Ты меня опозорил. Посмотрим, что ты скажешь на этот раз, Бурак. Алло, Чагла? Привет, Бурак. Привет. Что делаешь? Что я могу делать? Пытаюсь выйти из шока. На поле гольфа пересеклась Денис. А она мне показала фотографии моего парня, на которых он с другой девушкой. Мне никогда так не было стыдно. Я даже не поняла, как оттуда ушла. Какое у тебя на этот раз оправдание? Все и так ясно, Бурак. Даже не оправдывайся, понятно? Но все не так, как выглядит. А как тогда? Ты ведь не будешь говорить, что это девушка Вулкана в этот раз? Это так. Это именно так. Это его девушка. Вчера при выходе из бара была драка. Мы не знали, как оттуда выбраться. То есть поэтому ты взял ее за руку, да? Бурак, что это за ложь такая? Это не ложь, клянусь, это не ложь. Она чуть не упала, когда бежала, поэтому я взял ослы за руку. Чагла, ты что, мне не веришь, что ли? Значит, ее зовут ослы? Я сказал ослы? Да, ты сказал ослы. Ее ведь ослы зовут. Ослы. Думаю, будет лучше, если мы поговорим об этом с глазу на глаз, заодно и с ней познакомлюсь. Ты приедешь сюда? Что-то имеешь против? Нет, ты что, нет? Хорошо, тогда до встречи. Увидимся. До встречи. Да что ж такое? Что я буду делать?